Добро пожаловать в GTA Криминальная Россия и приветствую вас на солнечной Рублевке. Но, к сожалению, особняк позади меня и Rolls-Royce не мои. Но зато я знаю человека, который живет в этом доме. В прошлый раз дедушка уничтожил весь его автопарк, но он обзавелся новыми машинами. Без понятия, сколько денег он на это дело вбухал. Но самое главное, что он предложил нам сотрудничать. Как вы знаете, мы начали добывать нефть в деревне Корякино. Но нам нужны бизнес-партнеры, чтобы развивать этот бизнес. И как раз таки человек, который живет в этом доме, хочет обсудить с нами все делишки. Ведь именно он построил всю Рублевку на деньги с нефтедобычи. Уверен, такого же успеха мы сможем добиться и в нашей деревне Корякино. А если вам нравится КРМП, то не забудьте поставить свой зверский лайк и начинайте игру на 11 сервере Радмир РП. Ссылочка на скачивание лаунчера есть в описании. А если вы ведете мой ник Роман Кей при регистрации, а также мой промокод Мистер Кей маленькими буквами, то сможете получить 100 тысяч долларов, которые помогут вам в первоначальном развитии. А мне же не стоит заставлять ждать нашего миллиардера, потому что он может внезапно передумать, нельзя такого допускать. Я так думаю, нам нужно проследовать в его личный кабинет. Надеюсь, что у меня когда-нибудь тоже появится свой личный кабинет. Тук-тук, можно, пожалуйста, зайти? Здравствуйте. Чем вы здесь занимаетесь? Почему в одних трусах? Вы так до сих пор и не оделись после нашей предыдущей встречи? Ну, уважаемый Рикардо, мне не совсем нравится, как вы сидите. Меня это наводит на не очень хорошие мысли, и мне не хочется находиться в одной комнате с голым мужиком, сидящим на кресле в одних трусах. Я всегда так хожу. Это мой стиль. Ну ладно, о стилях не спорят. Итак, вы хотели обсудить со мной сотрудничество, уважаемый Рикардо. Что вы хотите мне предложить? Как мы с вами будем развивать нефтебизнес? Я имею большой опыт в раскрутке нефти. Я хочу помочь вам построить нефтекачалки в Корякино. Отлично, и как же мы это будем делать? Просто в Корякино есть большая проблема. Там населенная деревня, все дома кем-то заняты. Старыми старушками, старыми дедушками, бабушками. Их нужно оттуда, получается, выселять, чтобы на их огородах строить новые нефтекачалки. Потому что брать всех в долю я точно не собираюсь. Но для этого нужно сделать несколько очень важных вещей. Каких, уважаемый Рикардо? Рассказывайте. Вы зачем залезли на стол? Уважаемый Рикардо, для начала нужно станцевать. В смысле станцевать? Это как-то поможет развитию нашего бизнеса в Корякино? Уважаемый Рикардо, я ничего не хочу против вас сказать, но как ваш флекс поможет строительству нефтекачалок в нашей деревне Корякино? Мы нашли нефть, она простаивает под землей, ее нужно срочно выкачивать и зарабатывать на этом деньги, и делать это очень быстро. В первую очередь, нам нужно избавиться от мэра Корякино. Вы предлагаете избавиться от мэра Корякино? Предложение на самом деле хорошее, потому что именно мэр в первую очередь будет нам мешать выселять людей и строить нефтекачалки в этой деревне, но... У меня нет опыта в избавлении от мэров. Егор, заходи. Какой еще Егор? Ох, ёб твою, еще один качок пришел. Егор Крид. Какое-то знакомое имя, где-то я точно его слышал, Егор Крид. Может быть, вы в комментариях знаете, как кого зовут так? Егор поможет в этом. Добрый день! Егор, я так понимаю, вы профессиональный чистильщик мэров, да? Избавляетесь от мэров без проблем. Ну, пипец, я здесь по сравнению с ними выгляжу, конечно, вообще непрезентабельно. Надо хотя бы по грудь побрить. Ох, ладно, если надо, то надо, мы попробуем. Егор, вы знаете, где он живет? Потому что в самой деревне Корякино, я честно вам скажу, ни разу мэра не видел. Егор знает, где он живет. Что же, тогда можем выезжать? Это большой особняк. Дед, хватит прохлаждаться. Ну где вы там? У меня уже ноги устали стоять. Дед, все, хватит прохлаждаться. Извини, что заставил тебя ждать. А познакомься, это Егор. Он будет нам сегодня помогать убивать мэра деревни Корякино. Ну ладно, может быть не убивать, а избавляться от него. Все нужно сделать в стиле Дикого Запада. Что вы имеете в виду под стилем Дикого Запада, уважаемый Рикардо? Его нужно привязать к лошади и протащить по главной улице деревни Корякино? Или устроить с ним дуэль?
Ладно, разберемся. Это, в принципе, не важно. Дед, а Егор, давайте, залезайте в наш гелик и выезжаем к дому мэра Карякина. Посмотрим, где этот чертенок живет. Забавно, но даже когда мы прокладывали эту дорогу в деревне Карякина, мы не видели мэра, мы видели только бандитов, которые приехали поинтересоваться, чем мы здесь занимаемся. Видимо, чиновникам эта деревня абсолютно неинтересна. И даже мэр этой деревни здесь не живет, получается, потому что, ну, в каком доме здесь может быть жить мэр? Здесь все дома разваливаются, старые и абсолютно непригодные для жизни. Егор, вы сказали, что узнаете, где живет мэр. Давайте, садитесь за баранку и показывайте, где находится его дом. Что это? Куда мы приехали? Здесь, вы хотите сказать, живет мэр Карякина? Вы только поглядите на эти шикарные особняки. Черт побери, вы поглядите на этот белый Rolls-Royce, на это количество охраны около этого особняка. И что? Здесь живет мэр деревни Карякина, вы серьезно? То есть он, получается, забил на деревню, уехал сюда со всеми деньгами, которые смог получить с налогов, в том числе с налогов, которые мы платим с добычи нефти, и построил себе вот такой вот дворец. Мне кажется, что в этом городке вообще живут одни чиновники. Вы поглядите на эти домики. Чиновники всех маленьких деревень приехали сюда и отстроили себе здесь особняки. Он занят сейчас. Так, здесь говорят, что мэр занят, но нам нужно с ним поговорить. Мы доставщики пиццы. Мэр заказал пиццу. Очень большой заказ, поэтому несем втроем пиццу в его дом. Можно, пожалуйста, пройти? Зачем мэру Карякину столько охраны вообще? Проходите тогда. Так, ну все, нам разрешили пройти. Давайте, мужики, вытаскивайте пиццу. Только я да вытащу, пожалуй, из багажника совсем не пиццу. Смотрите, что у меня есть. Это огнетушитель. Огнетушитель с ядовитым газом. Если мы подуем этим огнетушителем на мэра или вообще на другого любого человека, то он моментально упадет без сознания. Нам же его нужно как-то похитить и избавиться от него в стиле Дикого Запада, я правильно понимаю. А значит, нам нужно его отсюда незаметно увести. Так, а чё охрана-то за нами пошла? Охрана нам здесь совсем не нужна. Блин, втроем, блин, следуют за нами по пятам. Как мы от них избавляться будем? Ладно, где этот мэр? Уважаемый мэр! Господи, уважаемый мэр! Ну, извините, что ворвался к вам в туалет. Вы что себе позволяете? Извините, мэр. Ничего личного, но вы не имеете права управлять деревней Карякина. Там нужны настоящие профессиональные лидеры. А вы украли все деньги и уехали жить хрен пойми куда. Не понял. Тут охрана сзади стоит. Ладно, все, я достаю свой огнетушитель. И нужно, получается, избавляться от всей этой охраны и от всего остального. Так, дышим. Все, все, у меня еще калашников есть с одним патроном. Всем лежать, это похищение! Я вообще думал, что всю грязную работу за меня Егор будет делать, но Егор тут только бегает и флексит своими мускулами. Ничем, блин, не отличается от Рикардо, но я смотрю, они попадали без сознания. Отлично, есть мэр, есть два охранника, но охранников-то было трое. Здесь где-то еще кто-то прячется. А ну стоять всем! Так, тут никого нет, ладненько. Так, Егор, ты, я смотрю, сильный, поэтому тебе придется тащить мэра и всю его охрану быстренько в наш русский гелик. Думаю, запихнем их всех в багажник. Хорошо. Все, давайте, тащите их, а я пока прослежу, чтобы никто там нас не спалил на улице. Лишние свидетели нам здесь не нужны. Черт побери, ты еще кто такой? Что здесь делает полицейский? Это что, участковый? Блин, вы что, мэра вытащили уже? Ё-моё! Здравствуйте. Добрый день, участковый. Как ваши дела? Чем соизволили явиться? Что происходит? Ничего интересного, участковый. Вот, держите подарок лично от меня. 20 тысяч рублей аккуратненько кладем ему в карман. Я надеюсь, что он ничего не заметит. Ну, удачных съемок. Каких еще съемок? Что сказали, мы здесь кино снимаем? Ну ладно. Тогда можете идти, уважаемый участковый. Не будем вас задерживать. Блин, сколько же здесь свидетелей. Так, Егор, давай быстрее запихивай их всех в наш гелик. А то сейчас весь этот городок на уши поднимем. Все, там все поместились, всех запихали. Хорошая машина все-таки, не зря я ее купил специально для деда. Ну что же, Рикардо сказал, что нам нужно избавиться от них в стиле Дикого Запада. Что он имел в виду под стилем Дикого Запада, вот этого я не понимаю.
Как мне говорил дед, это жестко. Связать и на рельсы. Ты что, серьезно? Это и есть стиль Дикого Запада — связать и бросить на рельсы? Ну, слушайте, на удивление, прямо рядом с нами находятся рельсы. Даже далеко ехать не приждется. Правда, здесь много свидетелей. Ну что же, если в стиле Дикого Запада это означает бросить на рельсы, значит, нам нужно найти подходящее место, где мы могли бы их связать и действительно сбросить на рельсы. Глядите, впереди железнодорожный мост. Если мы положим их на рельсы перед этим мостом, то машинист поезда просто не успеет никак среагировать, он просто не успеет их увидеть. Так, хорошо, поезда пока что не видно. Остановимся в таком случае здесь и привяжем их к железнодорожным путям. Скажу честно вам, это ужасный, ужаснейший способ избавления от мэра. Но вы сами видите, какой этот мэр продажный, так что избавиться от него мне лично даже не стыдно. Эй, Егор, давай, вытаскивай их из багажника и связывай покрепче, чтобы не развязались перед приближающимся поездом. Егор, связывай их аккуратно и быстрее, поезд ждать не будет. Если он сейчас поедет и появится там из поворота, то нужно успеть все подготовить. Так, один лег, отлично. Второй давай ложись, быстрее, быстрее. Поезд приближается! Егор! Егор, беги с рельс! И поезд уже здесь! Егор! О, господи, Егор! Черт побери, Егор! Егор! А дедушка-то где? Дед, тебя тоже сбил поезд! Как же все неудачно произошло, но деда здесь даже не было! Дед! Дед, ты где? А, вылази, смотрите, вылазит из-под моста. Дед, ты что там делал? По нужде, что ли, ходил? Ты все пропустил, здесь только что промчался поезд и переехал всех. Мэра, его охрану и, к сожалению, Егора. Что мы будем Рикардо говорить, если его друга, наверное, может быть, даже делового партнера Егора Крида переехал поезд. Единственное, что от него осталось, это кишки, размазанные по рельсам. Да он нам не нужен больше, наверное. Ну, может быть и так, дед. Ладно, свою задачу мы сделали. От мэра деревни Корякина мы избавились, так что нам открыт зеленый совет по развитию нефтебизнеса в Корякино. Осталось только вернуться на Рублевку и доложить обо всем непосредственно Рикардо. Как видите, даже такой способ убийства сопряжен с некоторыми рисками. Если бы Егор отошел бы от рельс буквально на секундочку раньше, может быть, он и остался бы жить. Но, увы, поезд зацепил его. Машина на месте, и Рикардо здесь стоит, уже ждет нас. Наверное, сейчас будут вопросы, почему мы приехали вдвоем с дедом, и где же Егорчик? Ну ладно, придется его немного огорчить. Рикардо, есть две новости у нас, хорошая и плохая. С какой начать? Давай с хорошей. Мы избавились от мэра Корякина, его кишки остались под поездом. А плохая? Кишки Егора тоже остались под поездом. Как такое могло случиться? Он, к сожалению, не углядел поезд Рикардо, когда привязывал мэра, и его тоже зацепило. Дед подтвердит, он в этот момент ходил отливать нужду под мост и слышал прекрасно все крики. Ну и ладно на него. Вот так вот просто? Убили твоего напарника, твоего буквально друга Флексера, а ты вот так вот говоришь, что ну и ладно. Ну ладно, если ладно, так ладно. Что же, мы сделали первое дело, что дальше, Рикардо? Кто теперь будет управлять деревней Корякино? Теперь Корякино будет управлять дед. Что? Дед, поздравляю тебя, новоиспеченный мэр Корякино. Возможно, даже будешь самым старым мэром во всем мире, потому что тебе 129 лет, и тебя назначили мэром процветающей деревни. Но текущая одежда вам не подходит. Ну, это само собой. В доме лежит костюм. Дед, ты что это, получается, будешь выглядеть лучше меня? Дед сейчас станет презентабельнее меня, как такое возможно? Офигеть, дед, как ты преобразился, тебя просто не узнать. Зашел одним человеком, а вышел другим человеком. Пипец.
Ох, помолодел, наверное. Дед, не то слово помолодел. Костюм сделал тебя совершенно другим человеком. Боже мой, я теперь по сравнению с дедом просто какой-то проходимец. Нужно тоже обзавестись новой одеждой, но этим уже займемся как-нибудь в следующий раз. Самое главное, что теперь деревня Корякина полностью под нашим контролем. Благодаря деду мы сможем развивать там нефтебизнес и делать то, что нужно. То, что считаем нужным и то, что хотим. Надеюсь, что у нас все получится и мы сможем поднять настоящую нефтеимперию и сделать вторую рублевку на 11 сервере Радмир КРМП. Поэтому присоединяйтесь, не забудьте поставить свой зверский лайк, а также подписаться на канал. И приглашаю посмотреть другие видосики по КРМП. У микрофона был Мистер Гей, всем хорошего настроения, удачи и пока!